Мэр Одессы оказался двоечником. Свой неуд Геннадий Труханов получил от специалистов Комитета избирателей Украины за невыполнение предвыборных обещаний. По результатам исследования глава города получил всего 1,6 балла из 5 возможных. Самые низкие показатели у социальной и культурной программы, а также у градостроительной политики. По итогам первого года мэр выполнил лишь одно свое обещание. Отмечу, невыполнение предвыборных программ тянется еще с прошлой каденции Труханова. Программа Труханова за предыдущую каденцию, она не была выполнена. Более того, целый ряд обещаний из тех, которые не были выполнены, они не включены почему-то в эту программу. Хотя было бы логично, что если ты что-то не сделал в предыдущий раз, ну вот как бы продолжить свои усилия по выполнению. Отмечу, по итогам Геннадию Труханову поставили всего 0,27 балла. Такова оценка соответствия предвыборной программы мэра функциям органов местного самоуправления. Учитывалось также наличие стратегии и ее реализации.